雄系的作用是作用于我们人的宗教部位。функция работает на тигре и медведь. Вот функция была тут здесь. 所以练雄系，练雄系能够促进我们的消化系统。Поэтому, когда мы занимаемся это стили, они более-менее развиваются пищеварительные системы. 你们感到这个动作难不难？Вот вы как вы чувствуете? Вот это движение трудно или не трудно? Вы сами прямо говорите. А? Трудно. А почему? Это на? Надо ли? А почему трудно? Надо ли? А? Кому-то трудно, кому-то трудно. А что это? Давай. Кто сказал трудно? Я сказал трудно. Трудно, да. А кто сказал не трудно? Да? Ничего. А, та что трудно? 我跟你们讲，整个五禽戏里面，这个动作是最难的。两档我还就是刚才是四个车里边，我那是五禽戏，因为爱的对面上面是多少？我是马特爱的多少的？古代把这个动作叫做晃海，给它海给它晃过去。Но у нас в Китае это называют фанхай. Но что такое, ну, которое, что как-то море, оно спокойно, да, спокойно. Что внутри что-то дергается туда-сюда, что уже не спокойно. Нам нужно как бы собрать всех энергии, чтобы внутри движение было. От внутри тело движение и попробуем наружу. 这个水平就很高了。你是大概五人，大概五二十五人为止。如果能够做到这个，我们的丹田气能够在里面运转，练了一会儿，我们肚子里面就会感到有暖烘烘的感觉。Если возможно использовать данте у него энергию, тогда если получается, тогда у вас там тепло будет. 外形的动作都是为这个动作服务。Все это наружное движение, все за это помочь. 但是要练好这个是很困难。Конечно, если хотели нормально заниматься вот этой силой, да, техникой, это очень сложно. Поэтому мы пока сделали, что правильно приведем. 那你看，做这个动作的时候，和这个动作有区别。这个是转，也是转腰的动作。Посмотрели это движение, она то просто лево-право крутится, да? 这个是平原。Это называется вот такая уровень. 我们现在是走力。Мы сейчас другой крутимся, вот, вот такая сторона.我们做四个点，来放松，放松以后，把下面髋关节部分固定不动。Мы стираем это движение, что от низу пояс, низу нельзя, нельзя двигать, здесь как база только вверх движение. 就利用身体的放松，через свои туловище, тела движения и помощь внутри. 好，现在跟我一起做。Давай, мы стираем. 好，放松向下。Свободный. 对，人身体的重心。Тело внизу, совсем по ногам. Не ледя стироскипание впереди такая. Просто такая свобода. Вы чувствуете, что там дают? Да, да. Свободный. Я свободный. Я гандо чемеда не заняла. Что почувствовать ощущение, все внутри впереди, впереди животных, все уже. Что задняя спина уже открывается. Попробуй. 放松了吗？大家两个手完全放松。Давай по рукам свободно. 对，压紧了吗？还有谁没压紧？那посмотри свои, чувствуй себе уже здесь уже. 对。Не сжимайте, как нормально. 好，我们再做第二个动作，起来。向上，向上。Теперь второй наверх. 对，把前面拉开。Теперь наоборот, открывается впереди.但是注意，注意点，这个不能移动。No, 固定。Вот сзади не надо вот эти на движение, потому что тоже что сказано здесь база, здесь нет двигателя, только туловище. 再来一次，放松，向前。向上 ，вверх。放松，下落。啊，和呼吸配合起来做做看啊，吸气 ，вдох。呼气，胃，吸气，多，呼气，胃。这个动作有什么好处吗？也是个，关键动作。把我们的内脏压紧，打开，
пятий такая. Ну, заметно, это просто у нас внутри орган открывается, закрывается. Они просто перед тебе работают. Хорошо, еще раз. Давайте еще раз. Сейчас, сейчас. Вниз. Сейчас, сам. Вверх. 向下，一，向上，二，好，这是两个点，好像我们是中的话，上面是十二，下面是六，好了，走。Попробуй свои как большие часы было, да? Вверху это 12, внизу это 6. 现在还有两个点，一个是三，一个是九。Еще два стороны, вот это.Три. Вот это 9. 好，我们先做一个身体侧面。我попробую вот это сначала на другой стороне. 但是不能这样啊，下面固定不能动。Здесь не двигаться. 这个地方要紧。Просто делай туда поворот, да? Не надо вот так, а это ушибка. 好，再换一个方向。Наоборот, другой сторону. 再来。Наоборот. 很要紧。好，这样我们把四个点上下左右四个点找到了。Вот теперь нашел свои точки места, да? Вверху, внизу, лево, вправо, да? 然后我们让它转起来。Давай, и начинается из пульса это четыре места крутится. 中心在肚脐。А центр, центр, у самой центр. 大家先跟我顺着四针，顺时针转。Давай, часовой крутится. 好，向下六。Шестой. 到九。9到12 12到3 3 6 7 9 12 好我们换一个方向9 9 6 7 3 12 9 6 3 12这个就用通过这个动作把我们的内脏上下左右都进行了提拉。Вот это движение, что через у нас крутится движение, лево, право, вверх, вниз, все с тела давит. 现在我们是做外形的动作。Вы просто так смотрели. 它的能量来源于哪里？来源于丹田。У него энергия откуда? От из 丹田。用丹田的气带动我们身体旋转。Используется у тантия энергии и внутри органа организма мышцы крутится. 那我解释到现在，大家明白我的意思了。Ну так просто короткий говорит, понятно? 有问题可以提，没有。Если вопрос можно спросить. 好。他说他这个就是往前，就是往前。我知道。可以完全买这个。自然完全。Ну, сами автоматически сам себе как возможно, не надо сам сильно, просто чуть-чуть можно. Но не надо делать это так. Да, послабь, да. Ну, свободно, чуть-чуть можно. Открывается так-то прямой, совсем открывается. Вот. Это тело,转动, мы его представляем как наш большой чанган. Вот, который что сказал, что как-то делать движение, как вот большой часы, вот часовой крутится. 然后这个手的转动比作为时针转针。Вот, например, руками это делать, да, уже как считается не то, что там минуты крутится, да, а здесь час, ну, типа час и крутится. 我们现在长针和短针一起转。Поэтому сейчас как-то дуру все, вот здесь длинно, это минут, да, здесь короткие, это как час и минут. 大家先手放在肚脐。На месте.身体向下的时候，手就向下。И туловище, голова внизу, руки тоже правы. 好，向右。Лево, право начинается. 向上。Вверх. 向左。Вниз. Вверх. И вниз. 右。Право. 上。Вверх. 左。Вверх. 下。Вниз. 换一个方向。Другой. 左。上。右下左上右下好明白了吗关键对不对
我个人认为母亲戏里面这个动作是变得最好的。Я сам считаю, вот это движение самое хорошее. 你们如果家里有老人的话，啊，可以教教他很简单。Если у вас дома кто есть пожилой человек, мы можем научить его. Это очень простое движение. 我这个动作是过去古代，中国古代是坐着练。А в древнем времени, когда занимаются движением, они посидели, сидели. А坐着怎么练？就这样练。Вот как они сидят, как они вот так занимаются. 就是利用身体压迫自己。Вот и из кожи своего тела. На какие органы лечит? 他说这个主要是哪个脏器？解剖他说行吗？这个是什么地方？胃肠那一第十第十第十肠肝脾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 Если кто туалет, получается на как? Например. 很痛苦，很难过。Это, конечно, это неприятно. 你叫他做这个动作，做二十分钟。И, по чему он так это сделал, да? 20 минут по кругу. 他就会跑厕所。Тогда он бегает в туалет. 就是给你压紧放松，压紧放松。Потому что и первое сделал массаж, а второе там это нужно себе.Она уже является более более 2000 лет. Вот по китайской истории записи. 原来的动作大家看是这样一个。Вот это старые, древние старые движения. Это такая. Это 动作能够做的时候能够震动我们的内脏。Вот это движение делает, да? Она можно треть, как она? 是我们的内脏的气血。Трясет внутри органа. 同时它对我们的关节髋关节能够起到很好的关节。И тоже помочь, когда вот держит наверху, как свободу внизу, тоже помочь вот это силе. 熊为什么有力量？他在走路的时候就在锻炼自己的身体。Почему это медведь очень сильный? Потому что она пешком идет, уже занимается своей силой. 好，大家跟我先把这个动作做原地的。Давай вместе. 要把这个地方收起来，平时我们不太。Вот это движение, что уже открывает, тянул себе, потому что мало человека так пешком идет. 对，好。我提要求了啊，大家看啊，提起来以后落地的时候是整个脚掌同时着地。Вот когда поднял землю, да, полные лапы. 对，很好，很好。OK， 啊，俄罗斯人协调性很好。Очень хорошо. Русский народ очень. 剪不动。Причини движения не надо.第二个要求，大卫，脚落地的时候，膝关踝关节膝关节放松。Когда подземли, 不用力量。Здесь колени здесь здесь свободные, слабые, не надо так, не так чётко сделать, просто вниз. 大家就会感到地面的作用力对髋关节有影响。Тогда вы вам получаете, что земли уже принимаются ноги. Я мы ее. Готов мы ее.
开。放松，前脚掌着地。OK， 他对了。嗯，对。好，好。对。我们每天晚上要看电视的。每当电视播什么什么什么什么，这个电视。一倒在沙发上就姿势乱七八糟。Когда лежать свои диваном, так и так, когда разные свои движения. А, 腰都坏了。Поэтому у нас позвоночник уже вот такая вот рука. Поэтому у нас позвоночник уже 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 такая вот рука. Поэтому у нас позвоночник уже这个我们是模仿熊走路的。哎，他们说是，那个把个啥了，像你这样，哎，还可以朝后退。对。好，大家明白了吧？ну что, вы поняли меня, что? Очень полезно. Вот вы сказали, что во время просмотра телевизора смотреть вот эти шаги. Позвоночник выпрямляет или что? 他说你能讲就是我看着电视做这个东西有什么效果？当然有效果。我刚才讲了半天，他还没听清楚吗？Но значит тот, кто перетянул объяснял, какой функции, он просто сохраняет время, что не падет в этом время тоже можно, что не лежал в кровати, куда-то так смотрел. Но вы стоит заниматься с этим, смотрел одинаково, просто время как-то сокращенно время не потерял. 老人摔倒的话，突然滑倒的话，第一个因素就考虑他这个髋关节会怎么转。Когда пожилой человек, да, когда он падает, ну, конечно, первое, что мы смотрим, это что Петру, да, как бы сломали или не сломали. 如果断了就很痛苦，要打伤这个牙骨。Конечно, бывает взрослый положение человека, они сейчас надо уже железный поставить.你们经常叫老人做这个动作，能够起到防止作用，提高他的力量。Поэтому вы скажете, научите взрослых или пожилой человек, как занимается, они сейчас помогают. 同时，如果放松的话，你做的时候内脏会很重。И особенно когда были свободны, тело не дает свои силы, тогда еще через то, что трясет, да? 内脏震动。能够加强我们的新陈代谢。Это может как быстрее, что противо. Да, правда. 好，下面大家跟我把这个动作怎么走练习一下。Давай попробуем. 好，举起来。Давай. 然后放松。Вниз, вперед. 走步，整个脚着地。Вон. 对，提，松。左步，提，松，左步，提，松，左步，提，松，左步，用一步步向前走。好，下面我们加重。提，松，左步。好，大家看，身体。后坐，重心后坐，身体转，站起来，一巴巴落。对，好，再身体转，一百零七，再后坐，一三三三，对，再转，一百零七，再后坐，三级一巴巴落，再转，大家注意啊，一定要身体坐，再身体转，一巴巴落，那就拿那个三级一巴的巴巴落，对，再向前。好，看这个脚踢起来，收步，后坐，向前，后坐，向前，肩放松，后坐，向前，后坐，向前。好，再提，松，罗布，后坐，向前，后坐，向前，再提，落，后坐，
向前。вперед. 后坐。сади и поворот. 向前。впереди. 好，成功。闭上。这个就是脚走路的动作啊，李老师已经教过大家。这是下个一步。我们不注意了，我们看两个手怎么摆。то, что это шага было, смотри, как два руки, как ты движешь. 这个动作就是对身体的两侧进行挤压。Вот это движение, руки движение, что ты лево, право, вниз. 好，大家看，向下压。Смотри. 对，把一次压紧。然后身体转动的时候，身体转动的时候放松。И берете, когда поворот, как свободный идет. 对。压紧。Опять сжимай другой сторону. 再转，放松。И наверх опять. 对，好，两次压紧，提压，对，把身体撑脸，压紧，身体转动的时候，对。Когда поворот своими руками, да? 压紧。И опять сжимай. 转，对。Поворот. 对，提起来的时候身体转动。Когда наверху, когда поднимается, обязательно через okay. поворот. Поворот. Низ. 对, 好, 很放松的啊, 速度很均匀的, 带起来, 下压, 挤, 对, 压, 挤, 压下去, 起来, 压紧, 起来。压紧，起来，压紧，起来，好。来，大家坐，我看看。давай повтори вот это明白了吗？好，如果明白了，我们上面和下面合起来一起。давай, вверху не вместе. 好，起。и поднимай наверху, шаг вперед. 走，走，摆起来。压紧，右逆足，再提起来，抬起来，对，逆足，压紧，逆足，抬起来，压，再转，把把脖子，腰带动手，я туловище помочь, через туловище работать своими руками, 对，好，压，再提起来，压。好，我们做下面一个动作。那我们是就是。好，提，落，后坐。你是再提司机。向前。啊，司机。再来。你是的。后坐。再提司机。向前。你有。后坐。再提司机。向前。好，接下去。放大说。提。为什么不会说落后坐站起起起向前一流好上去一落后坐向前一走举起来这里，手放下，这起，下按。